Вітольд Фокін народився 25 жовтня 1932 року у селі Новомиколаївка Запорізької області. Після інституту працював шахтарем на Луганщині. Згодом став головою Ради міністрів української РСР у 1991 році. Разом з президентом Леонідом Кравчуком від імені України підписав Біловезьку угоду про припинення існування радянського союзу. Перший прем'єр-міністр незалежної України одружений має сина та доньку. Могли ли вы представить себе три года назад, что спустя несколько месяцев так, такая война произойдет между Украиной и Россией, что Крым и Донбасс, часть Донбасса отойдут от Украины, что начнется вся вот эта жуткая кровавая заваруха. История знает. Массу примеров, когда вожди укрепляли свои позиции за счет успешной войны. Поднимали себе рейтинг. Кстати, это не только в средневековье. Я имею в виду не только Фридриха II, Карла XII, не только Ричарда «Львиное сердце», Вильгельма «Завоевателя». Я имею даже в виду наше время. Да. Ведь что будем греха бояться, таить грех, если перед нами был пример, когда Центральное европейское государство, Югославию, бомбили, разрушали, взрывали, убивали только для того, чтобы поднять свой престиж перед выборами. То же самое с Ираком. Вдумайся, Ираку приписали наличие бактериологического бактери... оружия. Бактериологического оружия. Разгромили страну, обездолили народ, нет. погибли, а потом просто извинились, когда извините, не было, оказывается, это оружия. Высшая мудрость правителя не выиграть войну, а не допустить войну. Ведь общеизвестно, что война... Последний довод королей. Когда не хватает чего-то тебе, избежать войны, вот тогда ты начинаешь воевать. Я очень переживаю по поводу того, что происходит. Но я не пацифист. Если пришлось, я сам готов взять оружие и пойти защищать свою семью, свое отечество. Но такой необходимости не было. Группа авантюристов, политических авантюристов, захватили в Донбассе власть и используют шахтеров, используют народ, используют соседа. Мы знаем, конечно, без, без России уже давно там все было бы иначе. Почему не сумели наши руководители договориться? Почему в Минск возглавлять делегацию послали человека, который не пользуется, мягко говоря, популярностью у людей, который не знает Донбасса? Почему? Я думаю, ты сам сделаешь вывод после того, что я тебе расскажу. Я дружил с известным генералом Лебедем Александром Ивановичем, который командовал в Приднестровье 14-й 14 да. армией. Он был претендентом на, на президентский престол, выборы проиграл возглавил совет национальной безопасности и обороны. Когда он стал губернатором, ее там быстро убрали, но он добился мира в Чечне, да. что не удалось даже моему другу Виктору Степановичу Черномырдину. Он стал губернатором Красноярского края, Красноярского края. и пригласил меня в гости. Я приехал к нему. И маленькая деталь, но она характеризует характер большого человека. Когда я к нему приехал, ну я же никто, я пенсионер, мы обнялись, все, я целоваться не люблю, но мы обнялись по-мужски. И он говорит, Виталий Павлович, что мы будем тут сидеть, политес разводить? Пошли сразу за стол. Заходим в комнату отдыха. А, а он меня встретил на пороге кабинета. И заметил Васю, который сидит сейчас в машине там, Ковтана Василия Ивановича. Когда мы зашли в комнату отдыха, сели за стол, а меня еще сопровождал бывший губернатор Сергеенко Валера, тоже мой очень близкий товарищ. Еще не налили по чарке, Дима, как можно не уважать человека, который меня спросил, Витоль Павлович, а с вами пришел человек, порученец ваш, или кто там, он офицер, я говорю, да, он майор. Негоже офицеру сидеть в приемной. Можно я приглашу его за стол. Дима, это же не выдумка. Дорогого стоит. Это дорогого да. стоит. Так вот, мы там засиделись до, до глубокой ночи. Кстати, общее мнение, что он косноязыкий, что он плохо разговаривает. Не имеет под собой никакой реальной основы, потому что он солдат, у него речь засорена, и когда он мычит, когда он медленно говорит, он фильтрует свою конечно, речь. Конечно. Это только чудаку конечно. непонятно. Так вот он мне рассказал: когда ему удалось добиться мира в Чечне, Буквально на другой день к нему прибежал Березовский, весь в соплях и слезах, и говорит ему, «Саша, ты что, охренел? Какую войнушку ты нам поломал? Это же такой бизнес! Немедленно там прими Вот что рассказал участник событий. Я думаю, что раз война продолжается, значит, это кому-то нужно. Вы хорошо знаете Донбасс, хорошо знаете людей Донбасса. Я абсолютно убежден в том, что Украина по отношению и к Крыму, и к Донбассу, руководство Украины вело себя неподобающим образом. С точки зрения отношения, прежде всего, отношения старшего брата к младшему, такое барство и так далее, мы это все понимаем. Сегодня Донбасс в массе своей, насколько я знаю, ненавидит все украинское и ненавидит Украину. Как вы считаете, это когда-нибудь пройдет или с этим надо жить дальше? Очень долго будем мы жить. Пройдет, но ждать этого придется долго. Я параллельно скажу два слова о Крыме. Если бы ты знал, с какой болью я узнал об аннексии Крыма. Старому человеку, каким являюсь я, мужчине, стыдно признаться, что я плакал, как ребенок. Я и сейчас готов уронить слезу. Как можно было потерять такую жемчужину? которое от Бога нам досталось. И в то же время я многого не понимаю. Ну, я знаю подноготную, я знаю, почему Путин захватил Крым. Я полагаю, я не знаю, вернее, я полагаю, он почувствовал угрозу. Ведь не случайно американские авианосцы – зашли в Черное море. Более того, я из источников, заслуживающих доверия, знаю, что существует секретная договоренность между нашими руководителями и Турцией о том, что Херсонскую область предоставить для поселения турков-месхетинцев. Ты знаешь об этом? И крымских татар. Ну, крымские татары уже там да. живут. Значит, я имею право об этом говорить, потому что в начале нашей беседы я сказал, что моя мама наполовину татарка. Отец мой, мой дедушка, отец моей мамы, татарин. Значит, я тоже частично татарин. Но скажи, ради Бога, на чью мельницу? Пролила потоки, блокада Крыма. Кто выиграл от того, что взорвали опоры и прекратили энергоснабжение Крыма? Ну, ненависть крымчан к Украине стала еще больше. Конечно. Да. То есть, это как будто специально сделано для того, чтобы Крым, народ Крыма, никогда не стремился вернуться в Украину. Ведь от этого пострадал ни Анисимов, ни Константинов, ни Преклонская. Кто пострадал? Рядовые люди, которые отнюдь не могли в результате полюбить Украину. Я считаю, что Напрасно говорят, что Донбасс Русь, России нужен. Не нужен, конечно. Там ничего не осталось. Мы добывали когда-то 217 миллион миллионов тонн угля. Сейчас свободных участков в Донбассе нет. А те три участка, которые есть, можно закладывать в шахты месторождение угля находится на очень большой глубине. Нерентабельно, да? Да, и будут стоить эти шахты, и строиться будут эти шахты десятки лет. Но это не значит, что нужно похерить Донбасс, чтобы завозить уголь с Южной Африки. Ну где логика? Почему по каким политическим соображениям и только не завозится уголь из России? В Польше есть уголь энергетический, но не в Африке. У меня к вам вопрос тогда такой. Я э, в целом ряде телепрограмм высказывал свою точку зрения. Я не претендую на то, что она правильная. Я ссылался даже на Олеся Гончара, который в одном из писем написал, что Донбасс – это метастазы на теле Украины, и бросьте его в пастку империи, нехай подавится Донбассом. Может отказаться от Донбасса? Может, если так, ненавидят там Украину? Может сбросить эти гири с ног и идти в Европу? Без Донбасса пока, во всяком случае. Дима, твое предложение не выдерживает никакой критики. А почему? потому что заранее ты ошибаешься в исходных данных. Я не сомневаюсь, что если бы провели референдум, минимум 80% жителей Донбасса высказались бы за нахождение в составе Украины. Это все придумано. Подавляющее большинство людей не воспринимает фантазии о Новороссии и так далее. Но чепуха это. Я поддерживаю связь с некоторыми, уже не так много их осталось, но с некоторыми я поддерживаю связь. Я много лет руководил Трестом Первомайск уголь. Я почетный гражданин города Первомайск, города-призрака, которого сейчас нет. Города, которые напрочь на 99% уничтожены, и Первомайск, и Золотое, и Тошковка, и Горская, это мои города, мои шахты. Попасная – это уже та сторона, уже там более-менее нормально. Звоню я одному своему очень близко знакомому товарищу, спрашиваю, он был, он забойщик шахты 22-го съезда партии, и в Кадевке он работал, забойщик, рабочий человек. Я говорю, Саша, как у тебя дела, ты что, чем ты занимаешься? Ну, в смысле, где работаешь-то, чем я занимаюсь? Ну да вот, думаю, как накрыть крышу. Вчера снаряд упал у меня, вынес все окна, двери. Сейчас ремонтирую. И в то же время я спрашиваю, ну и как ты это расцениваешь? Ну, он сказал то, что я огласить не намерен. Но он подтвердил, что он не мыслит своего существования вне Украины украина это наша родная сегодня э, на вопрос кто главный враг украины угу. я лично отвечаю не путин а коррупция которая разъедает все абсолютно коррупция ужасающая на всех уровнях от детского садика заканчивая самыми высокими уровнями скажите в ваше время когда вы возглавляли госплан когда вы были премьер-министром коррупция была нет конечно то есть... Ну вот вам взятки предлагали когда-нибудь хоть? Да. Рассказываю. Ну, я брал не взятку, а взятку от одного человека. Взял взятку. Он, к счастью, живой еще, живой, здоровый. Это... Ой, как же. Это генерал армии Василишин. Бывший министр, министр внутренних дел. Не Он когда-то пришел ко мне с портфелем, а я готовился отмечать свой юбилей, и принес несколько бутылок виски. Ну, это страшная взятка. Да. И я ему сказал, Андрей, мать-перемать, мать, если бы ты принес мне водку, я бы тебя выставил, а от виски отказаться не могу. Редкость. А если всерьез? Был человек, фамилию я его называть не буду, который пришел ко мне с предложением подписать документ, касающийся нескольких самолетов. И сказал – Витоль Павлович, вот номер счета на ваше имя. На ваше имя будет положено сегодня же 25 миллионов долларов. В то И, время. В то время это было как сейчас деньги. 250. Да. Да. Естественно, что больше ни он меня не видел, ни я его не видел. Хуже. Один мой. Друг, по крайней мере, я считал его другом. Известный в стране человек, недавно умерший. Меня уговаривал, помнишь ты такого деятеля, был такой БИП, Борис Израилевич Бирштейн? Ну, конечно. Помнишь? Сиабека. Так вот, пришел этот товарищ мне, говорит, Витольд, мы с ним на «ты» были по именам. Надо поддержать Берштейна, надо сделать то-то, то-то, то я ухожу от. И за это мы каждый месяц будем получать по 20 тысяч долларов. Я его послал по матушке, нажал на кнопки, на кнопку, вызвал, дежурил тогда Николай Данилович. Я говорю, Николай Данилович. Никогда больше. Никогда больше, чтобы этот человек не перешагнул порог моего кабинета. То есть так было. И тем не менее, господину Яваривскому не помешало, выступая где-то в Херсоне, заявить, вы думаете, Фокин не берет? Да берет, как и все. бере. Ну, только еще не, не вловили его. Не вловили. А бере. Ну, это такая логика. Виталий Павлович, а можно я вас спрошу? Вот, да. Чем вы и ваше поколение отличаетесь от людей сегодняшних, которые находятся у власти, которые не просто берут, а гребут, уже руки не могут унести? Вы что, из другого теста сделаны? Нет. У нас... В чем проблема? Тесто у нас одно. У нас Душевные ценности разные, воспитание разное, у нас мораль разная. Но соблазн-то какой, извините, когда говорят 25 миллионов долларов, но соблазн-то, я не знаю, как бы я поступил на вашем месте, я честно признаюсь. Значит, я рассказываю. Мы жили в то время, когда распевали песни. Раньше думай о родине, а потом о себе. Эта песня или это, ну, по существу, этот принцип со временем трансформировался в другой. Стали говорить или действовать, по крайней мере. Думали и о родине, и о себе. Потом стали думать о себе, а потом немножко о родине. Это было совсем уже недавно. И только последних. Пять-шесть лет Думают а только не о думает себе. никто. Я опять-таки, ну, мне противно говорить, но премьер-министр, предшественник Яценюка, был приглашен на предприятие на завод Тодок, где совершили революционный прорыв в применении нанотехнологий, где придумали способ экономить тепловую, считай, электрическую энергию, примерно 30%, до 30%. Колоссальный шаг. Азаров приехал, Посоглашался, покивал головой, это хорошо, это все. И на этом дело закончилось. А потом уже третий из третьих рук человек сказал, так не решает эти вопросы. Другой пример. Когда мы с Виктором Андреевичем Ющенко полетали в Польшу, прилетели, летели в самолете, я хотел ему сделать предложение. Прекрасные перспективы были сотрудничество, делового, хорошего сотрудничества с Китаем. За неделю или за две до этого. Позвонил мне посол Китая и сказал, я очень хотел бы с вами встретиться, можно с вами договориться, чтобы вы меня приняли с моими советниками. Я его принял, естественно. И предложения были более чем фантастически хорошие. Я начал Виктор Андреевич рассказывать, хотел, ну начали сели, сидим в его самолете, он говорит, Виталий Павлович, это слишком сложно сейчас, не та обстановка. Давайте так, вот мы во вторник прилетим, не условно говорю, во вторник или среду, а вот в четверг вы ко мне приедете, послушаете, значит, я вас послушаю, и мы примем решение, все нормально. Я с ним согласился, конечно, че, что ж тут. Назначенное время. Я прихожу. Вера Ульянченко, известная особа, э -э 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 мне говорит Викторь Пачев, Виктор Андреевич сейчас готовится к заседанию кабинета министров, рассматривает как раз капитальные вложения. «Можете вы немножечко подождать?» Я говорю, «Нет, я к этому не привык». «Ну, подождите э, немножко, я пойду ему доложу». Выходит она, говорит, «Виталий Павлович, Виктор Андреевич очень извиняется, но могли бы вы через час приехать?» Я говорю, «Хорошо». Через час приезжаю. Выходит из кабинета Ющенко один из его помощников. Это очень гадкий пример, поэтому я его фамилию называть не буду. Выходит и говорит, Виктор Павлович, пошли со мной, пошли со мной. идем. Он говорит, пошли ко мне в кабинет. Я говорю, кто ты такой, чтобы я к тебе в кабинет ходил? Ну, давайте, мы тут стали возле лестницы, перила. Говорит, Виталий Павлович, вы же работали премьер-министром. Вы же правила знаете. Да, вы же знаете правила. Ну, просто так премьер-министру нельзя ходить. Только через меня, только через меня. Я его очень далеко по послал. Не били. Мне кажется, что он до сих пор не вернулся. Не оттуда. били, нет? Нет. Это известная личность. Да. Больше я, конечно, к Виктору Андреевичу не ходил. И никогда не пытался с ним поговорить. А тема была. Витоли Павлович, но вы знаете, два года возглавлять кабинет министров Украины, вы абсолютно спокойно могли бы за это время стать олигархом, правда? Наверное. Ну, вы не жалеете сегодня, что вы не воспользовались этой возможностью? Нет, конечно. Много ли человеку надо? Друг бы был хороший рядом. Песня, чтобы была на случай, на случай любой. У меня <свят> <свят> сложная обстановка в семье. Если говорить по-честному, то я создал с помощью своих сподвижников, создал крупную и перспективную фирму «Девон», которая позволяла на очень хорошем месторождении в Сахалинском, Харьковской области наладить добычу газа и конденсата и в содружестве с польскими коллегами я ездил в Польшу встретился с премьер-министром. В общем, он нам проявил участие и помог нам. Мы небольшую сумму денег поляки вложили в свой пакет. И мы начали бурить скважины. Над нами сначала потешались. Один Известный вам товарищ приходит к Кучме и говорит, Леонид Ани, да что вы Фокину отдали такое месторождение? Да он же ж беден, как церковная мышь, он же ж его не подымет, отдайте его нам. А Кучма, это достоверно мне известно, послал его далеко и сказал, не трогайте Фокина. Пусть работает, отстаньте от него. Ну просуществовал наш Девон не так долго. Начали на меня накатывать. Да, вы что? Да, и причем так накатывать, что это настоящий детективный С угрозами? роман. Это не то слово. И, наконец, захватили промысел, приехал автобус, даже два автобуса, в балаклавах с автоматами. Захватили промысел, вывезли конденсат с хранилище и не дали нам работать. Я поговорил с заместителем министра внутренних дел. И он, я без обиды к нему, он мне по-дружески сказал, Виктор Павлович, у вас... Нет такой защиты, которая бы обеспечила вам, а главное вашим детям, безопасность. Это люди страшные, решительные. Потерпите, через месяц они уедут сами. Ну а у меня другого выхода не было. Поэтому... Когда они уехали через месяц точно по согласованному графику уехали, было поступило предложение купить мой пакет, я его охотно по заниженной цене. Ну естественно, конечно. Но меня очень огорчает то, что Моя дочка с университетским образованием, добросовестная, старательная, нашла себе применение э, на личном участке, садит картошку, овощи и живет за счет этого, как барышня-крестьянка. Мой сын, очень толковый, честный, прекрасный бизнесмен, он занялся бизнесом и очень хорошо стоял. Но кризис 2008 года выбил его из колеи. Я думаю, что он подымется, у него все для этого есть, но пока ему тяжело. Все каналы схвачены, перехвачены. И так далее. Мы говорим о двух врагах Украины, о коррупции поговорили, о Путине. Что вы думаете о Путине? Ничего. Ничего говорить не буду. Потому что это человек, на мой взгляд, свет и мрак. Противоречивая личность. Я, конечно, разорвал бы своими руками того, кто нецензурщину прет с трибуны Верховного Совета по адресу президента соседней державы. Но многое из того, что он делает, я не понимаю и не поддерживаю. Какое будущее, на ваш взгляд, ждет Россию? Дай Бог с Украиной разобраться. Россия вечная. Россия страна вечная. Я читал выдержку из газеты. То, что Александр Фидель написал, конечно, это чушь собачья. Киевская Русь была и есть, и будет. И там, где он спрашивает, а кто ж тогда жил? ему полагается знать, если же он пишет на эту тему, жили Кривичи, жили Вятичи, жили Муромы, жили Веси, жили Меря. Это отнюдь мало похоже на славянские племена. А Меря – это чисто у графинские у э, графинский этнос. Просто, когда берешься писать, ты хоть чуть-чуть изучи материал. Ведь, по-моему, в IX веке или в X из севера Индокитая под водительством царя Арпада огромная масса людей пошла строго на запад. Дошли до Уральского хребта разделились потоки. Одни пошли на север, а другие пошли прямо на запад. Те, кто пришел на север, вот и есть предки, это меря, финны, Сканд... ну, скандинавы uh -huh. нет, а фины точно. А большая часть с боями прошла земли Киевской Руси. Пришла на берег Дуная и основала государство Венгрия. Считать Меря славянами не могу. Никто, конечно, не может доказать, никто не может опровергнуть, но я имею право на, на свое точку мнение. зрения. Славяне – один из загадочных этносов, вообще в мире. неясно, откуда они появились. На территории огромной, э, ну, жили кемерийцы. Кемерийцы вытеснили скифы. Скифы не были однородным племенем. Были цар, царские скифы, или кайсаки, это самоназвание. А потом вдруг неожиданно появились южные славяне. Нет связки. Виталий Павлович, мы хорошо помним советскую власть. Мы хорошо знаем уже историю, новейшую историю Украины. Скажите, пожалуйста, когда хорошо жилось, лучше жилось при советской власти или сейчас? Украина выиграла от того, что она не в составе Советского Союза, а независимое государство? Или проиграла? Нельзя сравнивать несравнимые, абсолютно. Но я расскажу анекдот, чтобы ты улыбнулся. Говорят, кто-то из наших вождей обратился к Господу Богу с вопросом, Господи, ну скажи, пожалуйста, когда же народ Украины будет жить лучше? А ему Бог ответил, лучше уже было. Вы свои первые прочитанные книги помните? Конечно. Что вы прочитали первое? Мне не было еще пяти лет. То есть, да, мне пять лет исполнялось в октябре, а летом, где-то в августе примерно, меня мама повела и записала в библиотеку. Библиотека находилась во дворце пионеров, бывший особняк Терещенко. Я взял книжку Сабля Чапаева, стихи, и пошел домой. Пока я дошел до дома, я прочитал книжку. Как? Я же собрался читать, а книжка кончилась внезапно. Вы назад. Я разворачиваюсь, бегу назад. Библиотекарша, полная такая молодая женщина, а рядом худенькая такая, э -э хрупкая женщина стоит. Я, тетя, я так, так, книгу поменять. Она говорит, нет. Тогда существовало правило, что поменять книгу можно было не раньше, чем через два дня. Почему? Чтобы люди читали, а не... Она ни в какую. Я в слезы. Она не сдается. И вот женщина, которая стояла возле нее, говорит, слушай, ну малыш просит тебя, ну что тебе стоит? Ну дай ему какую-то книжку. И она в сердцах сунула мне книжку шелом Алейхум, мальчик мотул. Что интересно, женщина, которая помогла мне получить книжку, спустя годы и годы была у меня учительницей немецкого языка Любовь Григорьевна. Да. Так вот, это были мои первые книжки. Но... Когда началась война, когда массово люди, особенно евреи, стали уезжать в эвакуации, уходить, бесхозными оставлялись кварти... оставались квартиры, библиотеки. Дома. Да. И грабеж был повальный. Мародеры, как, бы, как я назвал бы сегодня, хватали, рвали, сносили все. И топтались по книгам. Книги не были, никому не представляли никакой ценности, никому не были нужны. А мы со своим дружочком, Шуриком Масло, его родители были репрессов... репрессированы, сидели в дудинке, а он жил у бабушки. Бабушку звали Татьяна Ларина, Татьяна Сидоровна Ларина. Да, мы эти книжки. Мешками тащили и складывали в подсобки, в крольчатники и читали дни и ночи напролет. Когда была бомбежка, мама с сестренкой уходила в погреб, а мы залазили под кровать, нас мама обкладывала подушками, мы у немецких машин вытаскивали. Фонарики, стоп-сигналы, батарейки устраивали себе там иллюминацию и читали. И ночь напролет читали. И в довершение скажу, я трепетно отношусь к книге до сих пор, но позволил себе одну книгу украсть. Это было... Когда я учился в седьмом классе, ну, все знали романиста Виктора Гюго, это, это вершина недосягаемая. Но мало кто знал, что Виктор Гюго был прекрасным поэтом. И когда я знал все его романы, все читал романы, но когда я в библиотеке случайно обнаружил стихи, я эту книжку не вернул в библиотеку. Я ее взял и не вернул. Я дал взамен, там тогда полагалось, если потерял книжку, какую-то книжку даешь взамен. Но я и сейчас помню многие из его стихов. В частности, был период, когда Наполеона боготворила вся Европа. Особенно женщины с ума сходили. Для них он был фаворит, герой и так далее, и так далее. Я только у его нашел стихи, которые говорили. Народы, что порой как дети, несут восторг убийцы свой. Пусть никнет он во мрак столетий, он лишь палач, он не герой. Он только блеск ночной авроры, холодный и скупой рассвет, что порождает метеоры, за которые света нет. И сейчас... Класс. Я опять вспомнил, когда мы говорили о войне. Современные стихи какие-то. Да, ну это потрясающе. Ты оправдываешь, что я украл книгу. А, абсолютно. Да. Так вот, ты знаешь, мы очень тесно дружим с Юрой Рыбчинским, Рыбчинским с Володей Засухиным. Так Юра написал потрясающую, пронзительную балладу «Кавказский плен. Да, прекрасная. Значит, ты знаешь, а я для тех, кто да. будет слушать, я с твоего позволения прочитаю. Начинается эта баллада словами. Шел из плена я домой, шел из вражьего. Да о чем там говорить и рассказывать? Интересная война для истории со своими на своей территории. А заканчиваются словами, когда его жена догоняет, да. она, он говорит, и до самого речного причала все бежало, и прости, мне кричала. И подумал я, что это Россия у меня за все прощение просила. Конечно, сильнейшие стихи, но идея какая заложена. Виталий Павлович, а почему вы начали писать стихи? Какой да. толчок был к этому? Я не начинал, я никогда не прекращал писать. Стихи. Вы первое стихотворение помните? Конечно. Можете прочитать? Конечно. Но мне было три года. Поэтому я не написал стихотворение. Я его сочинил и потом читал по радио. В детском саде у меня есть свидетель Володя Плужник которым мы в детский сад ходили. Это был перепев известной песни. Не по долинам, по а? Шел по степи. Нет. Шел в атаку яростно? Нет, нет. Шли по степи полки со славой громкой. И так далее. А я написал. Шли по степи полки со славой громкой, но наши танки ринулись вперед. И наш боец ворвался в гущу белых и порубил их всех до одного. Но я знаю, что вы даже однажды набрали смелости и свои стихи отправили в журнал Огонек. Да. Сколько я... вам лет было? Не, ну я был на первом курсе института. Так, что за стихи были, вы помните? Конечно. Ну, это большая, это по, размер, по размерам ближе к поэме. Да. Но это был очень патриотичным по теоретическим материалам. Да, мне ответил лит-редактор Заславская. Ответила, и ни одной строчки она не прианализировала, Ни слова не сказала о поэзии. Она меня обвинила в политической неграмотности. Сказала, как может советский студент предположить, что если будет развязана Третья мировая война, то от Америки что-нибудь останется. Как это так? Это вы заранее предсказываете поражение Советскому Союзу? Очень много было мути.